Алло. Блюдо, никак не напиздишься. Здравствуйте, Игорь Валерьевич. Здоров. Ты где? Кушаю. На улице Пушкинской. Ты что, не видишь, я тебе звоню? Вы извините, что трубку не брал. Все никак не накушаюсь и не напижусь. В Министерстве культуры сплошной оврал, но есть пара планов, которыми чисто горжусь. Вот если всю страну превратить в квартал, чтобы любой пиздец казался тупой шуткой, сутки напролет крутить раши сериалы, эти ублюдки таки запляшут под наши дудки. Хотел податься в мэры столицы, но у вас нашлись клоуны и посмешнее. Знаю, вы не любите делиться, но по плюсам скоро нас кумпы не нагреет. Я же стал у руля культуры не за просто так, продвигаю культуру да не за правосудие. Хочу не только на Труханове особняк, хочу застроить всю одесскую киностудию. Когда тебя не станет, что же станет с плюсами? Кому хватит шекелей, чтоб содержать твоих бледей? Какими покроем шишами квартальщиков со сватами? Дороже всех властей, Беня, насыпь денег. Долбоебы они, блядь. Вот и все слова этой песни.